Всем привет, друзья! Давайте сегодня еще раз обсудим товары из магазина Fix Price, а именно товары для дома, для декора, для хранения, что-то полезное, что мы можем найти для наших уютных гнездышек. Для новых зрителей на канале сразу хочу обозначить. Я проживаю в городе Вязьма Смоленской области и могу отвечать за наличие товаров только конкретно в наших магазинах. В магазине по улице Ленина вновь привезли вот эти горшки из коллекции «Зимний Прованс». Это цементные горшки. Больше всего они подойдут для декоративных целей и советовала бы не пересаживать напрямую туда растения, а, например, вместе с пластиковым горшком ставить вовнутрь, чтобы контакта с водой у этого горшка было как можно меньше. В этом же магазине в большом количестве продаются настенные декоративные часы. Конечно же, они выполняют свой функционал, но посмотрите, сколько много разных вариантов. И под ретро-стиль, и универсальные часы есть, например, вот красивые вот такие серые. Цена 199 рублей. Многие их не находят и не замечают в магазине, потому что они располагаются на самых нижних полочках, в самом заду. Загляните туда, там много всего интересного можно откопать. Декоративные дощечки для записей с мелком я видела как в этом магазине по улице Ленина, а также в магазине по улице Восстания. Можно писать милые записки друг другу, а также использовать просто в качестве декоративного элемента. А еще можно при помощи такой доски и мелка изучать, например, с ребенком буквы и цифры. Во всех магазинах нашего города есть в продаже шторы для ванной из водоотталкивающего материала. Стоят они 199 рублей, и одну из таких штор я покупала, серого цвета в белую полоску, но, к сожалению, она меня не впечатлила. Почему же я показываю этот товар? Потому что многим зрителям все-таки штора понравилась, поэтому, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, и этот товар есть в фикс-прайсе, причем расцветки сейчас будут. Бывают очень разные и спокойные, а также более яркие. Стандартные мопы на пластиковые складные швабры теперь продаются и вот в таком белом цвете с декором в виде полосочки. Светодиодный светильник, который незаслуженно не пользуется популярностью в нашем городе, до сих пор они стоят на полочках, хотя мне кажется, что именно такой вариант, он неплох. И сама купила две таких декоративных свечи, до сих пор светят, уже пошел второй месяц. Мне нравится, как красиво мерцают огоньки, даже есть легкий аромат, потому что слой воска, который находится внутри, там ароматизированный. Батарейки не съедает и смотрится в интерьере очень красиво. Я довольна покупкой таких свечей. И вот такие подсвечники, стаканчики тоже есть в продаже. Но это универсальная вещь, как я вам говорила. Не только можно их использовать в качестве подсвечников, но и стаканчиков, например, для какой-нибудь мелочевки, для кисточек, для ручек и всему тому подобному. Интерьерные картины за 149 рублей. Такие картины я сейчас видела в продаже только в одном магазине по улице Ленина, район военкомата. Представлены они в двух вариантах. Это стандартные картины, а также второй вариант, который еще дополнительно украшен блестками. Давайте немного поговорим о полезных вещах. И к полезным вещам я отношу навесные крючки для дверей, для кухонных фасадов. На таких крючках можно хранить полотенца, какие-то кухонные аксессуары, можно ремни хранить, сумочки, зонтики. Вообще много применений у данной вешалки. Очень бюджетная вещь – это насадка на кран за 55 рублей. Производитель заявляет, что эта насадка способна экономить воду за счет регулировки напора. Я такую насадку купила, но, к сожалению, ни на один свой кран я прикрутить не могу. Но вот сколько же много было восторженных отзывов как моих зрителей, так и покупателей на других интернет-площадках, которым действительно эти насадки понравились, поэтому со 100% уверенностью я могу рекомендовать, по крайней мере, обращать внимание на этот гаджет.
В отделе с товарами для дома сейчас можно найти в продаже клейкую ленту. Это двусторонняя лента размером длиной 1 метр и шириной 3 сантиметра. Она выполнена из прозрачного силикона, ее можно нарезать на любые куски, и вроде бы как эту ленту можно использовать повторно, всего лишь промыть под водой, просушить и обратно приклеивать к поверхностям. Единственное, что клеить ее нужно на полностью гладкие поверхности. Стандартный товар фикс-прайса – это треугольная этажерка, пластиковая этажерка на 3 полки. Размеры можете видеть на экране. Высота у нее 58 сантиметров и ширина с глубиной 38 на 33 сантиметра. Цена 199 рублей. В магазине по улице Красноармейское шоссе в большом количестве продаются пластиковые контейнеры с дверками-створками. Цена 199 рублей. Очень удивительно, но во все магазины нашего города привезли повторно коллекцию «Зимний Прованс», и есть практически весь товар, который был в этой коллекции. Например, вот такие зеркала за 199 рублей, которые можно просто ставить на полку, можно подвешивать. Маленькие доломитовые горшки, мне они очень понравились, сама купила серый горшок и, знаете, пока ведет себя хорошо, пересадила туда фикус и даже при контакте с водой пока еще горшок не треснул. Также его можно использовать для хранения кухонных аксессуаров, тех же самых кистей и канцелярии. По опыту хочу сказать, если вы проживаете в нашем городе и хотите найти какие-либо вещи из предыдущих коллекций, следует зайти в магазин по улице Ленина. Там всегда ассортимент намного больше. Ну и еще завезли вот эти декоративные деревянные подносики. Цена у них тоже 199 рублей. Сама покупала, нравится. Обращайте внимание на качество, потому что, к сожалению, некоторые экземпляры попадаются с браком. А так вещь довольно милая. Еще один товар, который сейчас есть в продаже, это деревянные шкатулки за 199 рублей. Но вообще такой формат шкатулок очень популярный, можно использовать для хранения бижутерии, косметики, часов, ремней, платков. А кто-то использует для хранения, например, чайных пакетиков. Очень удобно. Также можно там хранить и канцелярию. Если сделать перегородки, можно все хорошо рассортировать. Но тут тоже есть один нюанс. Обращайте внимание на места крепления петель, потому что тут тоже эти ящики могут попадаться бракованными. А еще в большом количестве привезли вот эти декоративные зеркала. Но это не совсем декоративные зеркала, заявлены они как ключницы, и по нижнему краю имеется 3 металлических крючка. Стоит 199 рублей, внешне мне больше нравится вот этот первый вариант в цветочек. А почему я про них заговорила? Недавно наткнулась на видео одного популярного YouTube-канала, называется My DIY Life, выговорила, и там мастерица Ирина такие красивые делает декоративные элементы из этих зеркал, сделать большое панно, например, из 6-8 штук, красит, декорирует, получается очень красиво, поэтому если кто-то любит рукодельничать, обратите внимание, может сейчас подходящий момент, чтобы такими зеркалами закупиться. Ну, я как бы не навязываю, я просто предлагаю информацию к раздумью. Те самые шкатулочки доломитовые тоже есть в продаже. А еще привезли много оленей. Но оленей я вам покажу чуть-чуть попозже. Вот эти декоративные таблички, цена у них, кажется, 99 рублей, насколько я помню, продаются в магазине по улице Восстания.
Во всех трех магазинах города шикарный выбор фоторамок, стандартных или каких-то интересных тоже можно найти. Недавние новиночки есть. Это вот эти фоторамки за 99 рублей с зажимчиком. Смотрю, их не очень сильно раскупают. Ну да, формат маленький и не совсем универсальный, так скажем. И еще появились продажи вот эти горшки на металлических подставках. Искусственные цветы за 199 рублей. И очень выгодно сейчас можно приобрести вот эти белые подсвечники по 99 рублей. В магазине по улице Восстания видела несколько фоторамок из коллекции ко Дню Святого Валентина. И то эти фоторамки вот такие маленькие, большие мультирамки, все разобрали и размели, как горячие пирожки. Наборы из трех свечей за 149 рублей. Это обычные свечи, они не ароматизированные. Размеры у них 10 сантиметров, 8 сантиметров и 6 сантиметров. Диаметр также 6 сантиметров. Зато продаются они в разных цветах. Состав – воск и парафин. Ну и прям свежая новиночка – это декоративные ароматизированные свечи из коллекции «Зимний Прованс». Вот только-только они доехали до наших магазинов, и сейчас они продаются во всех трех. Цена 199 рублей, но, конечно, тут внешний вид играет свое дело. Выглядят такие баночки очень красиво, они стеклянные, причем продаются в разных оттенках в зависимости от аромата. К сожалению, нельзя в магазине никак понюхать, потому что, ну, все упаковано качественно, но я брала вот розовый пион с личи в белом стаканчике. Мне, в принципе, аромат понравился. И вот те самые декоративные фигурки оленей за 149 рублей. Мы с вами часто обсуждаем в комментариях наличие товаров фикс-прайса в тех или иных городах. И на удивление, в некоторых городах вообще даже эти олени не появлялись. А у нас это повторный привоз. Ну и, как видите, в магазине по улице Ленина можно найти и вот эти деревянные полочки, ящички, домики за 149 рублей. Коллекция эта привозилась давно. И повторно привезли фоторамки из коллекции «Сияние золота». Есть в двух магазинах, а именно по улице Ленина и по улице Восстания. Я знаю, что все покупатели фикс-прайса подразделяются на две категории, кто любит искусственные цветы, а кто нет. И вот именно для тех любителей искусственных цветов, неприхотливых и декоративных цветов, привезли как раз вот такие орхидеи. Цена 199 рублей, и знаете, вполне приемлемое качество за счет того, что сами цветы выполнены не из ткани, а из тоненького силикона, и издалека они смотрятся очень даже ничего. Ну что, друзья, вот такое видео у нас получилось. Я знаю, что многие мои зрители любят такие тематические подборочки. Надеюсь, оно было для вас полезным. Что вы думаете по поводу этих товаров? Что вы себе купили? А может, зачем-то еще охотитесь? Пожалуйста, пишите в комментариях. Мне очень интересно будет знать ваше мнение.